В Испании налог на покупку недвижимости платится сразу. Однако здесь существует одна особенность, которую многие не знают. Налоги на покупку недвижимости в Испании. Да, ребят, вы не ослышались. В Испании есть налог на покупку недвижимости. То же самое, как и налог на покупку машины. Этот налог может доходить до 10%, то есть в зависимости от региона. Самый большой, по-моему, в Каталонии, он там 10%, как раз вот этот налог на покупку недвижимости. Многие, кто интересовался этим вопросом, знают, что налог на покупку недвижимости можно снизить, если оформить данную недвижимость на компанию, то есть купить ее на компанию. Однако здесь существует одна особенность, которую многие не знают. Дело в том, что если вы хотите купить недвижимость на компанию, то данная компания изначально должна быть зарегистрирована как компания по реконструкции и перепродаже недвижимости. То есть получается как, если у вас есть компания, допустим, она занимается арендой недвижимости, вам эта компания не подойдет. Первый платеж с этой квартиры должен прийти в эту компанию как реконструкция и перепродажа недвижимости. Что, если ваша компания не зарегистрирована как компания по реконструкции и перепродаже жилья? Все очень просто. Через какое-то время, заметьте, не сразу, через какое-то время вам налоговая пришлет бумагу, в которой вы будете обязаны доплатить 7% до 10%, если вы живете в Каталонии, либо до того процента, исходя из вашего региона проживания, плюс туда же она посчитает пени, исходя из той суммы, которую вы не доплатили, плюс времени, которое прошло с момента этой самой недоплаты. Хотите купить жилье, будьте аккуратны.